Это пастор Рик. Я хочу сказать, что знаю о том, что многие из вас собираются уехать летом в отпуск. Мы с Денис молимся о том, чтобы вы просто замечательно провели время. И чтобы защита крови Иисуса покрывала и берегала вас, где бы вы ни были. В послании к Евреям 1.14 сказано, что Бог возложил на ангелов обязанность охранять нас, и что они — служебные духи, посылаемые для служения нам. И я повелеваю ангелам охранять вас в поездках и молюсь о том, чтобы вы приятно провели время вместе с семьей, чтобы восстановились, отдохнули и вернулись домой с новыми силами. Хочу сказать, что летом к нам в церковь «Благая весть» приедут особенные проповедники, замечательные, прекрасные проповедники. И, конечно же, 19 июня мы будем отмечать День Пятидесятницы, но в июле у нас будут замечательные проповедники. И на сайте IGNC.ru вы сможете посмотреть все служения. Вам наверняка не захочется пропустить ни одного служения, даже когда вы будете в отпуске, и я буду делать то же самое. Я тоже буду смотреть наши служения онлайн. А теперь я хочу помолиться за вас, и я верю, что Бог благословит ваш отпуск. Отец, во имя Иисуса я молюсь о том, чтобы ты был рядом с нашими людьми, когда они будут в поездке. Я прошу о том, чтобы они хорошо отдохнули. Я молюсь, чтобы кровь Иисуса покрывала их, и чтобы ангелы защищали их. Господь, я прошу о том, чтобы у них была возможность хорошо пообщаться друг с другом. Отец, пожалуйста, напомни им о том, что каждое воскресенье утром они могут включить компьютер и присоединиться к нашему церковному служению, даже если они не в Москве, и наполнить свое сердце Божьим Словом. Благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Желаю вам хорошо провести время. Мы будем ждать вашего возвращения домой.